встретили утром животное. Щипит траву. Ты понимаешь, как ей вкусно? Медведя пока нет. Он бы в восторге был.
Идем к водопаду. Ну, дорога очень тяжелая такая довольно. Надо медленно идти. Дорожка узкая.
водопада обратно. Дорога, вообще жестяк. Вот он, во всей красе. Да-да. Да.
Как тебе водные процедуры? Понравилось? Стоило сюда так долго идти? Да? Голова уже не болит? Исцелилась? Излечилась? Вот она. Зашибись. Ну и кота сейчас тоже пройдет. Еще домой возвращаться. Я как спустилась с воды, так сразу и так стала. Куча шишек. Шишки вот такие вот большие.